В связи с подтоплением района Ближнего Кахема, Кызылского района и города Кызыла управлением Роспотребнадзора усилен государственный санитарно-эпидемиологический надзор в период паводка. Санитарные врачи напоминают, что возникает угроза распространения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний в случае употребления воды из трубчатых и шахтовых колодцев артезианских скважин, расположенных на потопленных территориях. Для недопущения подобных случаев рекомендуется использовать для питья бутилированную воду и соблюдать правила личной гигиены. При первых признаках инфекционного заболевания необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью. По возвращению домой после паводка в первую очередь следует прокачать воду из колодца, по возможности механическим способом прочистить стенки и промыть с использованием дезинфицирующих средств. Затем повторно прокачать воду. Для обеззараживания воды рекомендуется применять дезинфицирующие препараты, разрешенные к применению Минздравом России. До окончания паводкового периода рекомендуется употреблять исключительно кипяченую воду. Также следует кипятить воду и для мытья посуды, и использования для других хозяйственных нужд.